Новости на канале ФКТ, в студии Ольга Десятова. Здравствуйте, и вот о чем мы расскажем в ближайшие полчаса. Ситуация с марокканской саранчой в Сочи под контролем властей, однако мэр потребовал обработать все зеленые зоны. Сегодня на улице Воровского отцепили пятиэтажку. В кафе на первом этаже был найден подозрительный рюкзак. Из детской поликлиники сегодня эвакуировали пациентов и персонал. Там прошли учения по ликвидации пожара. Торговый центр ровно на 3 минуты превратился в танцевальный зал. Там прошел флешмоб балета «Тодес». Объемы производства завода по изготовлению детского питания оценил Вениамин Кондратьев. Рабочий день главы региона сегодня прошел в Тихорецком районе. Вот уже несколько десятилетий там выпускают мясные консервы для самых маленьких. В минуту с линии выходит до 300 баночек. Это около 25 тонн готового детского питания. По словам директора завода, все ингредиенты в составе только от кубанского производителя. Для нас важна, безусловно, экономика, но еще важнее здоровье детей. Вот продукция, которая, у вас же заморозки нет, вы на охлажденке работаете, ингредиенты все наши, даже не отечественные, а кубанские. Что мы ищем, перебираем на полках что-то? Не надо перебирать, надо посмотреть эту продукцию, которая сделана здесь у нас. В Тихорецком районе Вениамин Кондратьев также посетил машиностроительный завод и многофункциональный центр. После губернатор встретился с местными жителями. Подробности в наших следующих выпусках. Кубанские аграрии готовы к борьбе с марокканской саранчой. Насекомые появились и в Сочи. Это марокканская саранча. За последние два дня на территории Сочи обнаружены первые очаги. Саранча не опасна для человека, но может уничтожить большое количество растений. У них саранча обычно объедает или повреждает листья, а у злаков также подгрызает колосья и выедает незрелые зерна. У винограда или плодовых деревьев объедает еще и кору. Надо принять меры по недопущению ее распространения на всех территориях, сообщает пресс-служба мэрии. Способы защиты простые, их два. Это механические, то есть саранчу необходимо просто собирать и давить. Лучше это делать утром и вечером, когда насекомые малоподвижны. Второй способ – обращаться в специализированные предприятия за химической обработкой. Рекомендованы препараты димелин и карате. Концентрация 0,2–0,4%. Следует провести обработки открытых пространств, газонов, лужаек, полян, садов, огородов, а также нижнего кустарникового яруса. Сегодня ведется работа по обработке территорий вдоль федеральной трассы, дублера курортного проспекта, Олимпийского парка, аэропорта, санаториев и пансионатов, дендрария, городских скверов и парков. Жителям рекомендуют обратить внимание на сайт Института субтропических культур. Там даны подробные рекомендации, описаны методы борьбы с саранчой и способы защиты зеленых насаждений. И сегодня в Сочи прошло совещание, одной из тем которого стала борьба с нашествием саранчи. По словам главы города, в связи с этим на курорте объявлена повышенная готовность, но при необходимости будет введен режим локального ЧС, что позволит оперативнее вести работу по ликвидации насекомых. Где и как сейчас ведется борьба с саранчой и о каких еще проблемах шла речь на совещании, узнаем из нашего следующего материала. По словам Анатолия Пахомова, некоторые районы города и прежде всего центральный удалось защитить от полчищ саранчи. Здесь обработку провели заблаговременно, поэтому растительность в относительной безопасности. Другие районы города по поручению главы тоже уже приступили к обработке своих территорий. Уже в ближайшее время администрация вместе с правоохранительными органами проверит, как выполняются поставленные задачи. Требую от руководителей Сочинского национального парка, парка Дендрарий и всех остальных рекреационных объектов немедленно принять меры по сохранности растений. Я ввожу режим повышенной готовности. Я требую, я повторяю, мы проводим это в режиме комиссии по чрезвычайным ситуациям. Анатолий Пахомов неоднократно подчеркнул, нельзя допустить повторения судьбы тисы самшитовой рощи, которая была практически уничтожена после нападения гусениц бабочки огневки. Виной всему бюрократические проволочки. Кавказский биосферный заповедник, к которому и относится уникальная реликтовая роща, находится в ведении Минприроды. Соответственно, проводить какую-либо обработку без разрешения ведомства запрещено законом. В итоге, когда было получено одобрение, спасать было практически нечего. На законодательном уровне эти вопросы должны гибко решаться. И в случае появления новых угроз природоохранных, на самом деле вноситься немедленно изменения в законодательство федеральное, чтобы вся мощь государства
была направлена на предотвращение всяких эпидемий. С нашествием марокканской саранчи курорт сталкивается впервые. Что удивительно, это насекомое раньше встречалось только в полупустынном и сухом климате. На борьбу с ней сегодня пущены все силы. Химические препараты по опыту текущего года не так эффективны для взрослых особей, но тем не менее способны уничтожить их личинки и тем самым снизить численность саранчи. К тому же обработанные растения вредитель не поедает. С учетом наступившего курортного сезона уничтожать саранчу мэр поручил в утреннее время. Кстати, выступившие на заседании эксперты подтверждают эффективность физического метода уничтожения насекомых и даже предлагают в детских дошкольных заведениях и летних лагерях отдыха, там, где нельзя использовать химикаты, устраивать соревнования по поимке саранчи. Но отнестись к проблеме нужно все же серьезно. Саранча, если не принять меры, может остаться на курорте надолго. Тему безопасности продолжили, анализируя показатели курортного сезона. Главное внимание, отметил Анатолий Пахомов, нужно обратить на городские пляжи. Происшествия на воде нужно не просто минимизировать, исключить полностью. Есть и конкретные предложения. Если у нас как бы на всех пляжах единообразная форма у спасателей, одного цвета у них шорты, одного цвета у них плавки, ну, повязки повязками, но повязки, как правило, слетают. Но я знаю, что обычно бывает, что вельботы там или не вельботы, лодки, если они есть на пляжах, то они, естественно, должны быть обозначены как спасательные. Обсудили подготовку к главному культурному событию года. 10 дней в Сочи будут звучать голоса лучших хоровых коллективов со всего мира. На территории города будет открыто 18 сцен. Концерты пройдут как в закрытых концертных площадках, так и на открытых, расположенных во всех районах. Так что прикоснуться к уникальному событию сможет каждый сочинец и гость курорта. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ. Сегодня на улице Воровского, 5, был найден подозрительный рюкзак. В полицию позвонили работники одного из магазинов, расположенных на первом этаже пятиэтажки. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, МЧС и скорой помощи. Бесхозный рюкзак был обнаружен на территории Пироговой, Русский двор. По словам сотрудников общепита, который работает круглосуточно, его оставил молодой человек, который завтракал в заведении рано утром. Пересменка в 9 часов утра была. Со слов бармена пришел молодой человек, заказал еду. Это было часов 5 утра, наверное. Покушал, расплатился, сказал, не убирайте мою еду, то есть он не доел. И вот оставил этот рюкзак, сказал, я сейчас приду. И ушел. Сотрудники Пироговой забили тревогу. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции, МЧС и карета скорой помощи. Придомовую территорию оцепили. Проверка рюкзака производилась кинологом управления внутренних дел. Специально обученная собака признаков взрывчатки не выявила. После чего сумка под контролем полицейских была вскрыта. В ней находились вещи и сменная обувь. Сочинские пограничники задержали группу туристов на высоте 2000 метров. В поисках живописных мест курортники приблизились к российско-абхазской границе. 12 жителей регионов России отправились к труднодоступным природным достопримечательностям в долине реки Мзымта. Подниматься выше Энгельмановой поляны в планы группы не входило, поскольку ее руководитель знал, что для нахождения в 5-километровой полосе от госграницы его подопечным, кроме паспортов, потребуются специальные пропуска. Дойдя до конечной остановки маршрута и разбив лагерь, туристы решились на выход к озеру Голубое, которое расположено в 2 километрах от границы. Однако их любопытство закончилось проблемами с законодательством. С начала года сочинские пограничники оформили свыше 7500 индивидуальных пропусков в пограничную зону. Они дают возможность беспрепятственно перемещаться в пределах большей части междуречья Мзымты и Псоу, включая населенные пункты Верхневеселая, Нижняя Шиловка, Черешня, Ермоловка, Ибга, далее озера Голубое, Ацетукский, Кардывач, Верхний Кардывач, Синеокая и другие. Наличие пропуска на этих территориях обязательно. При этом в остальной части пограничной зоны Кордон-Пслух, перевал Аишха, Энгельманова поляна для граждан России требуется только паспорт. Более подробную информацию можно получить по адресу Театральная, 5 или по телефону 266-88-57. Из детской поликлиники сегодня эвакуировали пациентов и персонал. В лечебно-профилактическом педиатрическом отделении прошли учения. Медики и сотрудники МЧС устраняли последствия условного пожара. Все подробности расскажем далее. По легенде учений, пожар вспыхнул на 3-м этаже детской поликлиники на Абрикосовой, где техник ремонтировал медицинское оборудование. Начинается эвакуация. Вот. Вот.
Пока медперсонал 9-й горбольницы спешно выбегает на улицу, пожарная дружина поликлиники в ожидании приезда МЧС растягивает рукава и тушит огонь собственными силами. А тем временем одному из пациентов, который еще не успел покинуть здание, становится плохо, наглотался дыма. Его грузят на носилки и выносят из поликлиники. Передают уже подоспевшей скорой помощи. Служба проинструктирована, как действовать при различных ситуациях. То ли пожар, то ли техногенная какая-то катастрофа, или природного действия, чрезвычайные происшествия. Все это дело мы теоретически прорабатываем, а потом испытываем на учениях. На месте уже и пожарный с третьего этажа машет и просит помощи тот самый техник. Пока одна группа огнеборцев входит в здание и тушит пламя внутри, другие поднимаются на раздвижной автолестнице. Это самый быстрый и безопасный в этом случае способ вытащить человека из горящего здания. Итог учений – все выполнено оперативно и без сбоев. Главная цель тренировки – отработать взаимодействие разных структур при возникновении пожара – достигнута. Жизнь детей – это превыше всего. И чем чаще мы тренируемся, тем оно будет лучше. И не только в поликлиническом, но и в дневном стационаре, в родильном доме. У нас постоянно происходят такие учения. Внутренние тренировки без привлечения других служб, рассказывают в больнице, проходят здесь раз в квартал. Кстати, в Сочи введен режим повышенной пожароопасности в связи с высокой температурой воздуха. Поэтому такие учения по тушению условных очагов возгорания сегодня весьма актуальны. Быть бдительнее призывают и самих горожан. В частности, не жечь костры на территориях нацпарка. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Выбросить мусор вне закона в Сочи теперь будет сложно. На курорте начали работать рейдовые группы. В их составе представители муниципальных властей, ТОСов, домовых комитетов и квартальные. Причиной тотальных проверок стали многочисленные кучи строительного мусора около контейнерных площадок. И в основном они появляются в отдаленных районах города и там, где возводятся новостройки. Например, около дома по адресу Альпийская, 27А, незаконная свалка, по данным представителей спецавтохозяйства, местными жителями создается регулярно. Застройщикам неоднократно делали замечания, однако, как отмечают в САХе, те уверены, что следить за действиями новых владельцев не обязаны. При этом не предпринято никаких действий, чтобы в новостройке появилась управляющая компания, которая бы разъяснила обладателям квартир, что в договор на вывоз ТБО входит лишь бытовой мусор и крупногабаритный. Сломалась тумбочка, стул, вы поменяли рамы. Вот это крупногабарит. Диван вы решили поменять. Вот это крупногабарит. Это все входит в ваши 210 рублей. А строительный мусор, обрезь от чистки дворов, это не входит в оплату 210 рублей. Чтобы вывести строительный мусор, напоминают в САХе, необходимо обратиться в диспетчерскую службу компании по вывозу мусора. Если речь идет о САХе, то по телефону 233-38-27 и заключить отдельный договор. По этому же телефону управляющим компаниям необходимо заказывать машины на вывоз спиленных деревьев с территории домов. Нарушители санитарных и норм благоустройства, выявленных рейдовыми группами, теперь будут привлекать к административной ответственности, отмечают в муниципалитете. В художественном музее открылась уже 7-я отчетная выставка-конкурс студенческих работ «Сочи – гостеприимный город». Главная цель – представить идеи архитектурных проектов, которые в будущем можно воплотить в жизнь. Выставку-конкурс посвятили памяти почетного гражданина города и бывшего мэра Вячеслава Воронкова. В свое время именно он внес неоценимый вклад в развитие города как одного из лучших курортов. Основная часть работ выполнена студентами Сочинского государственного университета. Перед молодыми архитекторами стояла непростая задача, помня лучшие традиции прошлого, представить свой взгляд в будущее. Студенты, они сочинцы, и душа болит за то, что они видят вокруг себя, поэтому работы проникнуты чувством и отражают те таланты и тот взгляд в будущее, который мы надеемся, что сможет найти воплощение. На открытие выставки побывал и член общественной палаты. Архитектура, по словам Константина Затулина, визитная карточка курорта. И внося изменения в городской ландшафт, нужно придерживаться медицинского постулата «не навреди». А хаотичная застройка с ее последствиями должна стать хорошим уроком. Был период, когда считалось, что большие деньги все решают, и нет необходимости ничего согласовывать. Любой план, в том числе генеральный план, можно легко поправить, если, как говорится, позвенеть в кармане дукатами. Вот
Это все нанесло ущерб взаимодействию города с его творческой интеллигенцией. И сейчас необходимо возвращать творческую интеллигенцию в процедуру принятия важных для города решений. Помимо жюри, лучший архитектурный проект могут выбрать и сами сочинцы. Сделать это можно, посетив выставку и проголосовать при помощи специальных стикеров или на сайте архитектуры города. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. В Сочи состоялась презентация проекта «Башня флагшток Победы». Его представил в администрации города сопредседатель программы «Держава 21 века», член Общественной палаты России, известный телеведущий Николай Дроздов. Это новый для Сочи проект, такой же будет реализован в Подмосковье и в Крыму. Башня «Флагшток Победы» появится на побережье в рамках программы государственных символов, призванных увеличить значимость понятия патриотизма для граждан России. Полагаемый проект башни «Флагшток России» высотой 110 метров и 60 метров смотровой площадки – это вертикальная структура с функциями туристического и культурно-развлекательного характера. Этот проект является частью индустрии отдыха и развлечений. Башня станет обзорным объектом, но вот где ее установят и какой рядом будет разбит парк, станет известно чуть позже. Администрации города предложено 6 площадок. Это Красная Поляна, Олимпийский парк, Центральный район города и Лазаревский, Дагомыс. Это грандиозное сооружение, которое необходимо предоставить возможность обзора вот этого мощного вектора взаимодействия с городской средой. И не только с городской средой, а можно сказать, у нас морской фасад, у нас есть возможность, так сказать, ощутить красоту города с высоты птичьего полета. Поэтому это очень ответственная задача. Глава города подчеркнул, что к обсуждению подключится вся общественность города. И ветераны войны, и простые горожане. Также Анатолий Пахомов поблагодарил телеведущего за активную гражданскую позицию. Вы человек, который всей своим образом жизни показываете, как надо любить жизнь, как надо следить за собой, вот, как надо участвовать в жизни. И ни на минуту не успокаивайтесь. Каждый из нас должен быть таковым. Что касается проекта, планируется организовать общественные слушания, и вопрос будет вынесен на сессию городского собрания Сочи. На совещании была создана рабочая группа по реализации проекта «Башня флагшток Победы». Ее возглавил председатель городской думы Виктор Филонов. Елена Всецна, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Сегодня в гимназии номер 44 состоялся большой праздник под девизом «Русская печка всему дому голова». Пляски и русские народные песни здесь звучали в честь завершения строительства русской печи, которая стала продолжением и дополнением кубанского подворья гимназии. Благодаря подобным этнографическим экспозициям школьники изучают историю, традиции и быт своих предков. Свежеиспеченный хлеб из русской печи попробовала Инга Габешия. В небольшом кубанском дворике и хата стоит, и куры яйца несут. Здесь, в своем уголке краеведения, ученики 44-й гимназии изучают казачий быт, неотъемлемой частью которого всегда была и русская печка. Правда, до сегодняшнего дня ребята видели лишь ее макет. Теперь же матушка и кормилица, как печь называли в старину, не просто будет украшать двор самой гимназии, но и печь для ребят пироги. Дети могут прикоснуться своими собственными руками, увидеть своими собственными глазами. Это замечательно. Патриотическое воспитание – это огромная, наверное, основная часть воспитательной работы в Краснодарском крае, в городе Сочи, в России. Мы сильны нашими традициями. Сегодня ребята вспомнили, как Емеля на печи катался и как Илья Муромец пролежал на ней 30 лет и 3 года. Главная героиня русских сказок Баба Яга также любила печку и все время пыталась кого-то в ней поджарить. Теперь школьники узнают истинное назначение русской печи, уверяют педагоги. Это такая радость, это действительно такое тепло, которое вокруг сразу собираются люди. И мы вот расположили ее так, чтобы класс мог сидеть и провести там мастер-класс, вот и замесить тесто, и чтобы его можно было поставить в печь и наблюдать за всем процессом. А сейчас мы изучаем с детьми разные рецепты приготовления хлеба. Вот сегодня уже по двум рецептам, старым, древним, мы печем хлеб. Это традиция русская, такая исконно русская. И мы в этой культуре, конечно, стараемся наших детей воспитывать, окружать их этим. Суть выражения «погреть косточки на печи» не понаслышке знает Алексей Николаевич Николаев. Всю свою молодость ветеран Великой Отечественной испытывал на себе целебные свойства печной лежанки. Особенно в зимнее время, вот заходишь в дом,
сельский дом, где стоит русская печь, как будто ты приехал куда-то на юг. Печь помогает жить. Конструкция русской печи многофункциональна. Складывал ее настоящий мастер печных дел. В ней можно и кашу варить, и пирожки жарить. Первую выпечку, разумеется, отведали школьники. К слову, сегодняшний праздник прошел по благословению священнослужителя. Да и саму печь батюшка тоже осветил. Этот ритуал отмечают в гимназии, также неотъемлемая часть жизни кубанских казаков. Но на этом создание кубанского подворья не заканчивается. К сентябрю во дворе 44-й гимназии разобьют огород, построят теплицу. А чтобы подворье превратилось в небольшое кубанское село, в скором времени здесь возведут и небольшую часовню. Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Ну а жарко сегодня было и в торгово-развлекательном центре «Море-молл». Там прошел танцевальный флешмоб в поддержку нового гастрольного тура балета Аллы Духовой «Тодес». В разгар дня первый этаж торгово-развлекательного центра ровно на 3 минуты превратился в танцевальный зал. Во флешмобе приняли участие более 200 танцоров разных возрастных групп. Это воспитанники филиалов школ танца Аллы Духовой «Тодес» из Сочи и Краснодара. Ребята продемонстрировали новый танцевальный номер. К выступлению готовились усердно, ведь главная задача такого массового выступления – это сплоченность в движении и синхронное выполнение всех элементов. Для многих танцоров это был первый выход на широкую публику, а вот для ребят постарше такое выступление стало очередной репетицией к предстоящему гастрольному туру. Премьера новой программы состоится в Сочи 24 июля в концертном зале «Фестивальный». Первая часть концертов завершится 29 июля в Анапе. Вторая волна стартует 8 августа в Новороссийске. Вновь в Сочи «Тодес» выступит 11 августа на сцене Зимнего театра. Завершатся гастроли 16 числа в Ейске. В поддержку этого тура и было решено провести танцевальный флешмоб, который, судя по отзывам зрителей и участников, удался на славу. Эмоции очень хорошие, всегда на позитиве. И я занимаюсь уже 2 года, и мне все очень нравится. Краснодар и Сочи были вместе. Это как одна семья, одна целая семья. Мы танцевали вместе. Флешмоб был очень хороший. А эта новость будет интересна для тех, кто заботится о своем здоровье. В центре Сочи на улице Островского 27/4 открылся новый магазин. Он так и называется «Здоровье». Если хочешь быть здоров, непременно нужно познакомиться с продукцией магазина «Здоровье». Сейчас, когда очень жарко, на помощь придет иван-чай. Это и классический листовой сибирский, выдержанный, с добавлением липы, мяты, фруктовый, с яблоком и корицей. Он утолит жажду, а самое главное – оздоровит всю иммунную систему. Витамина С в нем больше в 6,5 раз, чем в лимоне. Причем в течение суток одну и ту же заварку иван-чая можно использовать до 5 раз. Первая заварка будет обладать седативным эффектом, то есть вы спокойно будете засыпать, комфортно себя чувствовать во сне. А вторая заварка чая будет обладать бодрящим действием, бодрящим свойством. Весь день будете чувствовать себя спокойно, уверенно. Соответственно, третья, четвертая заварка – это идут именно нормализация гормонального фона, нормализация давления, снимает головные боли и также обладать противоопухолевой активностью. Натуральные продукты здесь на каждой полке. Это разработки научно-производственного объединения «Компас здоровья». Продукты без консервантов, ГМО и всяких вредных добавок с индексом Е. Целая серия вкусных каш, конопляные, льняные, кедровые, которые не требуют варки. С добавлением растительного сырья, диабета, профилактика холестерина и выведение его из организма. Отличная пищевая добавка – это льняное семя. Прекрасно очищает организм, при этом не забивая кишечник. Обладает широким спектром действия на организм. От очищающего до выводят аллергены, также выводят шлаки и токсины. В магазине здорового питания большой ряд эликсиров омега-3 для суставов, печени, сосудов, для почек, сна и желудка. Отдельным блоком представлена натуральная косметика, природные ресурсы Крыма, например, в виде сакских грязей. Это косметические маски и сами грязевые аппликаторы для домашнего применения. Ну а детей порадует белевский зефир, мармелад и пастила. На весь товар по случаю открытия магазина «Здоровье» большие скидки. Он находится на улице Островского 27/4 рядом с «Магнитом». Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.
И в завершении выпуска информация от наших партнеров. Сеть салонов «Ткани для дома» предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье, пошив, штор на заказ. А все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятова. Всего доброго и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущих Beauty Room Dals, студию красоты, объединившую лучших стилистов и мастеров Сочи под руководством ее основателя Дарьи Dals.